Активисты Одинцовского отделения «Единой России» и серебряные волонтеры проверили правильность установки футбольных ворот на стадионах округа. По итогам нарушений не выявили. Такие проверки проводят по всей Московской области не только на стадионах, но и на детских площадках. Инспекция прошла в рамках федерального партийного проекта «Крепкая семья» и местного «Военные городки».